Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Мы только что выпустили Индоминуса, и мне кажется, я сделал большую ошибку. Вот этот вертолет остановить нельзя, сюда едет Тирекс, не знаю, успеет прилететь ли оса, чтобы, короче, усыпить до того, как они друг друга убьют. Черт подери. А вообще сюда я вернулся, чтобы выполнить одно последнее задание, которое позволит нам получить Индоминуса, ну, после того, как мы выполним еще одно последнее задание на острове Исла Сорна. В общем-то, сегодня в проекте собрать рабочий геном и вывести Маюн Газавра. И еще, что немаловажно, зачем мы выполняем все эти задания. Так, давайте сейчас посмотрим, где же это, где мы разблокируем гигантозавра, выполнив это задание. И это кентрозавра мы уже получили, раскраску тундра, и это еще не все. Задание в репутациях у нас есть Зухамим, которого нам тоже дадут после выполнения задания по безопасности. Вот летит вертолет. Надеюсь, они не сцепятся сейчас. Ну, они, конечно, сцепятся, но, надеюсь, не успеют убить друг друга. Не смей, сволочь, атаковать. Ну, тиранозавр обычно пока там погуляет туда-сюда. Да, в общем-то, успели мы его усыпить. Чё-то мне кажется, что... Давайте усыплю сейчас и Тирекса. И сейчас посмотрим, куда я его размещу. Есть у меня вольеры. А, вот, метриокантозаврик здесь есть. То есть хорошо. Хорошо. Ну, хасмозавра можно, в принципе, продать и сюда разместить Индоминуса. Ну, при желании. Да, а здесь у нас Метрич гуляет. И его, в принципе, все устраивает. Ни Индоминус, ни тиранозавр в этом вольере жить не смогут. Так, и у нас тут небольшое отключение электроэнергии. Давайте пойдем смотреть, что же нам нужно выполнить. Вот, нам нужно выполнить парочку заданий по безопасности. Я их выполню за кадром. И когда мы дойдем уже до основного задания по безопасности, я включусь. Не допустите отключения энергии 10 минут. В принципе, это первое, что пошло. И давайте возьмем новый контракт и вернемся, когда уже все будет почти готово. Близки к заданию, возможно, это задание будет нам последним. Совместное фото динозавра вида трицератопс и каритозавр. В общем-то, сейчас я выпускаю каритозавра. Пока он здесь едет, мы берем сейчас управление на себя вот этим вот джипиком. И сейчас попробуем сделать совместное фото. Каритозавр вышел. Где здесь трицератопс? Трицератопс вон он у нас бегает, бесится. Так, вот. Это вот, смотрите, каритозавр и трицератопс. Возможно, стоит попробовать еще. Ладно, фокус не удался. Давайте, кстати, подлечим нашего трайка. Он взял и умер, ребята. Взял и умер. Трицератопс, чё ж ты меня так подвел-то? Давай, не подведи мне каритозавра, там уже пора усыплять, а то он бесится. Он всего лишь один. Вот моя машина. Так, где каритозавр? Вот каритозавр наш. И вот мне нужно одну фотографию сделать вместе с трицератопсом. Надеюсь, трицератопс сейчас подойдет сюда пожрать, как они обычно бегут к кормушке. Если эти эдмонтозавры, майозавры не распугают. Так, вот. Все должно быть отлично. Мне не чужд интерес к фотографиям. Но у меня так хорошо не получалось, знаете ли. Так, и его сразу же усыпляем. Также я еще усыпил здесь всех хасмозавров. Так держать. И сейчас я попробую сюда переместить пока что Индоминуса. Вам не нужно было ничего доказывать. Но меня впечатлило, как вы взяли дело в свои руки. Отличная работа.
Надеюсь, Индоминус не пожрет трупы. Также, что нам еще открылось? Нам открылась только что средняя электростанция, тоже за выполнение, по-моему, задач по безопасности. Но все-таки нам еще одно задание нужно выполнить по безопасности, чтобы приступить к выполнению последнего. Есть новый контракт. Я хочу, чтобы вы над ним подумали. Я думаю, этого нам будет достаточно, но у нас кто-то сбежал. Продаем каритозавр. Он нам не нужен. Сейчас появится сюда Индоминус, и у нас сразу прибыль завалит за 500 тысяч, и будет все шоколадом. Здесь Индоминус, здесь Метриакантозавр, там у нас находится Тиранозавр, который нам, скорее всего, придется продать. Сюда еще выведем Маюнгозавра, который у нас вот скоро-скоро соберется, и все будет в шоколаде. И приступим к выполнению последнего задания по безопасности. 5 звезд мы уже на этом острове получали, так что все будет у нас отлично. Так, идем к Индоминусу. Так, здесь для него много леса, мало пастбища. Это сейчас мы поправим. Я вообще только за вольеры, в которых нет леса. Меня интересует пастбище. Так, ну ему сейчас должно быть резко хорошо. Он у нас необычный. Ага, фигушки, смотри, ему не хватает. Он козу-то сожрал, а вольер для него маловат, оказывается. Маловат для него вольер. Придется его сейчас усыпить, потому что он здесь не уживется. И мы получили, ребятки, разблокировали Зухамима. Тогда что мы делаем? Вертолета заказываем усыпление Индоминуса. Пусть он себе спит. Вот это вот опять этот долбанный майозавр сбежал. Задание получено. Майозавр, видите ли, не дождался он, пока выйдет его братишка. Но ничего, с этим мы справимся. Теперь давайте переходим в наши задания, и мы видим, что да, мы, по-моему, достигли уровня. Да, уровень достигнут. Переходим в задание. И давайте вот возьмем это задание. Что нам нужно сделать? Вы видите, выпустите и поместите в загон Метриакантозавр с модификацией увеличить плотность костей, Цератозавр с модификацией агрессивный инстинкт и Тиранозавр с модификацией прочность зубов. Метрик, плотность костей. Рад, что вы в деле. Нам поручили вывести, вырастить и разместить в загонах модифицированный молодняк. Так, значит, этого усыпляем. А здесь нам нужна плотность костей. Давайте искать. Метрик у нас вверху был. Вот Метриакантозавр, модификация генома. Это где-то в разделе здоровья, наверное, относится. Прочность зубов. Плотность костей. Вот это он. А здесь мы уберем, наверное, вот так, чтобы было бы проще. Так, это мы поставили выводиться. Блин, смотрите, какая беда с майозаврами. Чё вам тут не нравится? Чё вы не выводитесь? Так, где тут майозавр? Вверху. Какой шанс на выведение? Ну, шанс больше 100%. Как? Как три раза подряд не получилось? Полный ахтунг, ребята. А, давайте читать дальше. А, наше задание здесь. А, но нифига не видно. Прочность зубов у тиранозавра. То есть этого тиранозавра нам, в принципе, тоже нужно усыпить. Назначаю дополнительное задание. И нужен Тирекс, прочность зубов. Трам-пам-пам. Вот Тирекс, вот модифицированный геном. Давайте смотреть. Давайте раскраску ему сменим, что ли. Прочность зубов у нас вверху. Нет, не здесь. Прочность зубов. Вот, отлично. Черт, промахнулся. Бывает. Так, а вот эти нужно будет отключить. Так, это мы оставим. Lifespan мы оставим.
прочность зубов оставим. Это вот так вот. Все. Это выводится. Так, этого мы сразу продаем. Так, Индоминус пока что пусть спит. Так, этот гаденыш, смотрите, аж куда забежал. Я вообще выбрал? Выдвигаюсь на сбор актива. Черт, я нажал... нажал его там же и выпустить. Это печально. Срочно вертолет. Не могу его сейчас довызвать, пока... пока он еще не уснул. Ну ладно, кстати, он у меня здесь вот рядышком летит усыплять Т-рекса. Он сейчас быстренько опять же сюда и прилетит. Давайте смотреть. Нам нужен цератозавр с модификацией агрессивные инстинкты. Вот цератозавр, я думаю, может здесь и место будет нормально. Цератозавр. Так, это наш первый хищник, который достался нам в парке. Где тут цератозавр? Цератозавр. Модифицировать геном. Агрессивные инстинкты нам нужны. Давайте его... Это должно быть где-то здесь. Ага, у меня они и стоят. Нажимаем просто «Вывести». Займитесь этим контрактом. Это пойдет нам на пользу. Так, это пока что нам никакие другие контракты нас не интересуют. Вот жаль, что нельзя вот изменить... задание вот, ну, в процессе транспортировки. Добавляю задание. Так, ну вот так вот как-то, ребята. Здесь у меня сонное царство, хосмозавры, нужно их чертям попродавать. Принят запрос на ремонт. Так, ну это этот же нас пугает, но тут вертолет уже прямо вот здесь. Он просто разогнался сильно. Не хочу брать сейчас управление. Здесь стрелять по нему как-то неудобно. Я думаю, наш вертолет справится с этим заданием этого беглеца. Что, запыхался, да? 100% запыхался. Сейчас только... вижу, куда попадают патроны. Так. Что? А, вот он, ушатали его такие. Так. И куда? И вот сюда. Так, давайте смотреть, кто у нас тут уже высидился, кто не высидился. Метрик Антозавр, выпускаем. Метрик. Вот такой вот у нас миленький, зелененький метриакантозавр. Давайте, сейчас нам должны засчитать. Ну, ему здесь нормально. То есть пастбищ много, ему может еще одно дерево посадить, и был бы баланс. Ну, короче, козочек они просто обожают. Смотри, у меня здесь какая-то дырка. Дырочка здесь. Давайте я его сейчас поправим. Так, ну, надеюсь, больше здесь ничего нет. А теперь давайте смотреть, что у нас уже здесь происходит. Пока что идет инкубация. Шанс на успех 69%. Так, ладно. А давайте теперь мы сейчас куда пойдем? Пойдем, ребятки, окаменелости пособираем. Вот мы, маюнгазавр. Смотрите, какой крутой геном нам попался. Зауропельта дособираем. Апатозавр сейчас дособираем. Так, здесь у нас по полной программе. Все по полной программе. Давайте посмотрим на карте, где же у нас находятся ископаемые. Новые ископаемые. Так, а, ну а где мне Зухамима-то искать? Тут маюнгазавр.
пока что у нас... А, наверное, исследование нужно провести. Черт, да. Да, вот. Новый жизнеспособный ген Маюнгозавра, ребятки. Так что мы его тоже сегодня выведем, как только закончим с этим заданием. Так, ну вот еще мне Исла... Чего? Исла Таканья? Я еще на Исла Таканья что-то не выполнил? Да. Исла Таканья. Ёшкин ты кот. Там еще тоже буквально одно задание не хватает, чтобы выполнить. Ладно, разберемся с этим, разберемся. Сейчас у нас изучится то, что нам нужно, и мы приступим к раскопкам Зухамима. Зухамим и Маюнгозавр у нас будут сражаться через буквально там 5 минут. Так. Выпускаем Цератозавра. Если что, мы можем разбудить Индоминуса, и он здесь всех ушатает. Давайте посмотрим на нашего Цератозавра. Так, ну темно, блин, а с раскраской, конечно, тут не рассмотришься. Ну там у нас уже и Т-рекс должен быть готов, и мы это задание должны выполнить. Блин, ну ладно, тогда я прерываюсь. В центре урагана преследую его и пытаюсь тут ремонтировать все, что он сносит. Но машину, он двигает машину, ребята. Ураган, кстати, впервые вот так вот близко еду к урагану. На самом деле, наверное, стоит смотреть сверху. Тут у нас все носит. Динозавры все разбегаются. И кое-как я что-то успел здесь порешать. Но успели убежать два динозавра. Но это, в принципе, для нас вообще не проблема. Они травоядные. И все у нас... Все у нас убежища были закрыты. Двоих сейчас мы ушатаем. И продаю отсюда... Продаю, в общем-то, всех хасмозавров. Ибо, чтобы они тут не мешали, и тут нужно... Я немножко расширил вольер. Возможно, Индоминусы здесь будут в порядке. Как только мы выполним задание, я сразу выпущу Индоминуса, и он сожрет этого Цератозавра. Так. Так, ну все, у нас такой трэш. Наверное, там Т-рексы уже приготовились. Майозавров я так и не смог вывести, ребята. Давайте выпускаем нашего Т-рекса. О, какой красивенький, какой блестящий, красавчик. Блин. А и высох сразу. Ну, это что-то как-то неприкольно было. Я бы на мокрого посмотрел. Вот так вот. Вот так вот у нас Т-рексик выглядит. Так, ну, с этой стороны у нас тут луна, все дела. И все готово. Смотрим на задание. Что нам, будет ли продолжение у этого задания какое-то? Этих особей мы отправим на экспорт или отдадим на прокат. Так что проявите к ним особое внимание. Экспорт? Это не кажется вам, не знаю, безумием? С ними что, на островах проблем мало? Так, этот что взбесился? Добавляю. Это кто такой? Трицератопс. Ну с ними же никогда проблем не было. Что ему не понравилось? Давайте посмотрим. Слишком много других динозавров было. Ну и ладно. Это реальная возможность помочь. Используйте службу перевозок для отдачи на прокат каждого динозавра. Значит, что нам нужно? Просто всех усыпить. Это проще простого. Задание получено. Ну что ж, драку мы прямо сейчас не устроим, но она от нас никуда не денется. Назначаю дополнительное задание. Для отдачи на прокат каждого динозавра. Ну, то есть, как бы, вот этих, да? Так, этого мы быстро ушатали. И сразу же его продаем. Трицератопса, он нам такой не нужен. А вот этих вот ребят мы, пожалуй, необходимо забрать актив. Вернем на базу.
Так, но с майозаврами полная беда, ребята. Вот я что не делаю, не получается их вывести. Уже штук 10, и все бракованные, бракованные, бракованные. Полное какое-то колдовство. Давайте модифицируем как-то геном. Вот это все поотключаем. 56%. И кто тут успел поломать ограждение? Выполняю запрос на ремонт. Так, а какого-то тирекса мне нужно ушатать? Перевозка вот этого, да? Кто здесь что ломает? Слышите этот звук? Так. Ну вот кто здесь что ломает? Объясните мне. Кому что не нравится? Кто ломает забор? Признавайтесь. Я слышу ваши звуки. Так, сейчас мы усыпим вот этого диноса. Метрика. Доставка. Добавляю в список. Так, ну все, надеюсь, я все сделал правильно. Давайте сделаем вот так. Сохранимся на всякий случай. И все. Так, это мой Т-рекс. Так, вот эти мелочи. Что вам не нравится? Леса им тут, видите ли, не хватает. Ремонтная бригада выдвигается. Разгони их там, этих гадов мелких. Леса им не хватает. Давай, давай, чини тут все. Транспортировка. Это Ламберт. Нам будут поэтапно доставлять животных обратно на острова. Доктор Ву сообщает, что некоторые динозавры больны и находятся в неважном состоянии. Так что нужно привести их в соответствие с нашими стандартами. Только после этого мы сможем выпустить их на островах. Давайте сделаем это без лишних вопросов. Пошел вон! То есть вообще без вопросов. Так, ага. Зачем я, мы делаем то, что делаем, вопрос не по вашей зарплате. Вы уже должны были это понять. Вот так вот. Так, мы ожидаем. О, наконец-то! Короче, был какой-то глюк, непонятно что. Ну, в общем, выпускаю я 10 попыток, ребята. Минимум было. 10 динозавров у меня зафейлились. Так что даже не знаю. Так, что у нас тут с Индоминусом? Лес, пастбище. Ну, пока что ему как бы не хватает, да? Я вот это расширил. Но ему, наверное, все равно этого мало. Ну ладно, ладно, мы ждем возвращения наших питомцев, так сказать. Осталось буквально чуть-чуть. Давайте пойдем на раскопки. У нас уже, ребятки, идут полным ходом раскопки Зухамима. Так что мы здесь не скучаем. Вот Зухамимчик. Так, ну и все, получается, мы сейчас соберем привести. А кто это? Тираннозавр Рекс. Необходимо забрать актив. Припасы на подходе. Так, а эта инфекция, именно этот Т-рекс уже нам сигнализирует про инфекцию, хотя у нас ее еще нет. Откуда летит вертолет? А, вот, он появился прям из ниоткуда, так сказать.
Может, короче, урезонятся рапторы в связи с этим делом. Вот все у нас как вообще идеально получается. Вот и Дейнониха выпустим нового, и машина у нас уже тут приехала. Вот, 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 летит, летит, летит. Актив доставлен. Врубился вольер. Веду наблюдение за активом. Выстрел мимо цели. Давай. Актив обработан. Я просто хочу поприкалываться. Дальние выстрелы. Я люблю дальние выстрелы. Задача выполнена. Убедитесь, что потребности вернувшихся динозавров удовлетворены. Запасы кормушки пополнены. Ладно, сам отсюда выбирайся. Так, он сейчас типа взбешен и сейчас... А Тирекс, я так понимаю, не хочет уживаться с... К кому обращаются, когда все идет наперекосяк? Угадали. Этот контракт поможет нам всегда быть наготове. Ну, еда и вода. Давайте ему сейчас тут, может, свежую козу поставим. Они же любят вот эти вот все жрать козочек. Но сейчас это дело все быстро выполнится. Но вот что-то пить и жрать он не хочет. Общительность его, короче, Дейнонихи его напрягает. Вот в чем дело. Ну, значит, что нужно сделать? Добавляем в список. Запрос принят. Значит, мы сейчас избавимся от Дейнониха. Ну, что поделаешь? Такова жизнь. Главное, чтоб Тирексику было хорошо. Так, еда пошла. Ну, он ужрет. Ну, сейчас пойдет попьет, и все будет нормально, ребят. К сожалению, я так старался. Тут Дейнониха выводил. Но с Тирексом что-то они не живут. Или может напрягать его вот этот Тирекс. Ладно, давайте вот этого продадим. Направляюсь забрать актив. Кто его знает, что ему мешает? Может, все-таки вот этот. Но этот более крутой был Тирекс, по-моему. Базовый рейтинг 156. Плюс 78 по модификациям у него было. А этот... А, ну, не, нормально, это даже покруче. Так, ладно, сейчас ушатаем всех дейнонихов. Давайте добавим еще задачу, еще... Цератозавр. Иди сюда. Так. А я... Что? Где вертолет? Где еще один дейноних? Где он? Куда ты, гад мелкий, спрятался? Можешь их съесть, я тебе разрешаю. Так, ну чё-то я вот как-то не... Вот. Добавляем в список. Ну и вот этот, это все уже должны быть последние. Давайте смотреть на нашего цератозавра. Давай, едь сюда пополнять кормушку. И все у нас сейчас будет в шоколаде, ребята. Останется мне одно задание на Исла Такане и чисто Исла Суорна. Перевозка завершена. Thank you.
Готово. Так, что у нас здесь с водой-то? Вода есть. Разберется как-нибудь. Давайте тоже ему козу поставим. Он сейчас 100% пойдет за козой. Так, Индоминус его не должен напрягать. Давай, давай, жри, давай. Еда, вода, комфорт. И останется нам еще один метрик кантозавр. И все будет хорошо. Вообще-то, что у нас по показателям по парку? Так, показатель слабоватый. Давайте окаменелости будем извлекать, пока там все происходит. Вот так. Этот у нас напился раньше. Ну, сейчас должен нажраться. Ну, дейнонихи пока там, наверное, пусть спят. Хотя дейнонихи вот неплохо с цератозавром уживались. Давайте их переместим сюда, что ли. Раз Тирекс у нас такой вредный. А Тирекс их взял, смотрите, всех сожрал. Тихо. Метрика нужна вот сюда. Вы представляете себе? Вот то я о чем говорил. Индоминус вот тоже так вот делал. Он взял просто. Всех сожрал. Ну и последнего доел. Тебе что, жрать нечего было? Вот зачем ты их съел? Ну ладно, мне, в общем-то, по барабану. У меня там еще один терекс готовенький. 5 трупов на весь парк. Так, рейнджер, иди пополняй вот эту кормушку. И сейчас у нас подойдет к концу задание, и мы сможем разбудить Индоминуса, чтобы он сожрал, если успеет, этого цератозавра. Он мне там не нужен. Оу, крутые находки, это всегда приятно. Так, козочка побежала. Актив обнаружен. Контакт установлен. Прямо в лобешник. Не завершено. Коза, ты что творишь? Новый полный геном кентрозавр. Кстати, кентрозавра мы еще, ребята, не выводили. Давайте тиранозавру сейчас выведем кентрозавра, пусть он там поразвлекается. Кентрозавров мы еще не видели, значит, нужно... Ну, как, он почти как хуаянозавр. Кстати, мы, по-моему, даже зауропельт не видели. Так, где мой полный геном кентрозавра? Посмотрим. Кентрозавры такие твари, что они как бы могут любому навалять. Забираю актив. Так, и пополняем кормушечки. Уже подхожу к кормушке. Так, ну ты уже утолил, да? Водичку он уже напился. Лес, ну, на грани ему хватает. Красиво. Все-таки красиво сделана игра, да? Смотреть на эти пейзажи. Просто сплошное удовольствие, ребята. Давай, иди. Тут коза где-то тебя зазывает. Вон, две козы! Давай, молодец, я в тебя верю. А, но он даже ее не проглотил. Взял и просто вырвал, ел пол спины.
Вот и все. Задание выполнено. Два с половиной миллиона доступен гиганотозавр, ребятки. Что ж, можно поставить галочку. С этим разобрались. Вы хорошо поработали и сделали все, что нужно. Какой любопытный отчет я только что прочла. Кажется, у некоторых динозавров были травмы неестественного происхождения. Но вы об этом, конечно, ничего не знаете. Не-не-не-не-не, ничего не слышал, ничего не знаю, ребята. А, и что я обещал? Я обещал разбудить тиранозавра. И у нас получился Зухамим. Сейчас мы устроим битву с Зухамимом и Маюнгозавром. А уже в следующей серии мы начнем знакомство с гиганотозавром, ребята. А сейчас давайте ждем. Так, этот проснется? Нет, еще мы выпустим кентрозавра к тиранозавру. Они там как раз выведутся пока здесь. Ну, останется в живых, я так предполагаю, цератозавра. Давайте еще попробую, может, загон как-то расширить получится. Да, черт возьми, здесь сколько места пропадает. Блин, как же оно все косо-криво здесь сделано. Доставка выполнена. Ну вот как-то так. Так, давайте сейчас посмотрим, как состояние индоминуса. Пастбища достаточно, буквально пару деревьев. И думаю, будет все отлично. Давай, сейчас он должен раздуплиться. Да, мы достигли отличного бинома биосферы для индоминуса. Но он сейчас должен еще подкрепиться цератозавром. Ген, отвечающийся за продолжительность жизни. Атака 188, то есть плюс 72. Ну, а у этого бедняжки 113 плюс 28. Ну, шансов нет. Сейчас индоминус просто напьется. Он немножко подустал. Он спал пол серии. Точнее, наверное, всю серию спал. А то и больше. Зря ты сунешь нос к нему. Ну давайте, файт! Хватит хлебтать водичку. Давай, индоминус, берусь за дело. Тебя создали как биологическое оружие. Уничтожай. Этот контракт мне нравится. И вам понравится. Ну, как-то слабо укусил. Продолжать искать динозавров, которых мы могли бы приручить. Кстати, есть шанс у цератозавра. Мы сможем контролировать их, позволив им самим контролировать себя. Выстроить 57. Ну, примерно равные шансы больше сейчас. Образцов, и эта экспедиция может помочь. 37. Давай, Индоминус, ну ё-моё. Мы в тебя верим. 27, 37. Ну, если по разам, то победит Индоминус. Но если... А, Индоминус, смотрите, более агрессивный. Все-таки Индоминус. Вот так вот взял и сожрал. Как-то. С какого ракурса лучше сделать? Ну, вот так вот примерно. Можно, думаю, разобраться, что это цератозавр. А можно даже вот так вот сделать. Вот тоже будет прекрасный кадр. Готово, ребятки.
Так, с этим мы разобрались. Идем, выпускаем к тиранозавру, кентрозавра. И сражаться идем с Зухамимчиком. А этот уже стоит, ждет. Ну давай, давай. Сейчас тебе сделают точно больно. Пару дырок в тебе сделают. Так, 130 плюс 20. Вот такой вот у нас Т-рекс. И защита 44, там, плюс 14. Этот динозавр, кентрозавр, травоядный и на вид довольно безобиден. Ага. На островах это означает, что он опасен, но не очень. Я бы не сказал, что он как бы там супер безобидный. Ну, жить ему здесь не стоит, леса ему мало, популяции мало, общительности мало. То есть, видите, их нужно минимум двое, лучше трое, и чтобы еще... Ну, в принципе, все. И он так, средняя терпимость к относительно других динозавров, ребята. О, Т-рекс его уже заметил. Уже бежит к нему, уже бежит его поцеловать. Давай. Испугался, да? Страшно стало? Да, мы знаем, что ты, парень, непростой, ты сможешь еще по зубам надавать. Спрятался. Спрятался, видите ли он. Только давайте вот как бы не в этом углу, а то как-то плохо видно. Кстати, у меня в игре яркость поднята, должно быть картинка, ну, поярче, повеселей. А ну-ка, 100%, 100%. 45, то есть 55 ухватил. А у тебя какие показатели? 65 на 20, ну, конечно. Опа, а ну-ка. Неплохо, 21% он ему снял. Как для простого кентрозавра, вполне себе неплохо. Так, кусай его уже, шансов-то нет. Все, смертельный укус.